читальном зале научной библиотеки Тюменского института культуры 3 апреля открывается книжно-иллюстративная выставка «Человек, Земля, Вселенная». Она посвящена полету человека в космос, который совершился 60 лет назад. Космос – бескрайнее пространство, красота которого всегда притягивала к себе внимание человека. Освоение космоса – одна из ярчайших страниц истории человечества. Именно об этом наша выставка. Книги, журналы, фотоальбомы показывают весь этот опасный и трудный путь. Первый искусственный спутник, полет собак, белки и стрелки, первый космический полет человека, высадка американских астронавтов на поверхность Луны. Основная часть выставки посвящена советскому космосу. Циолковский Королёв, первый из первых Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, Алексей Леонов, первый совершивший выход в открытый космос. На выставке великолепный альбом его рисунков, посвященных космосу. В центре экспозиции Юрий Алексеевич Гагарин, человек-символ, человек-легенда. С него был начат отсчет космической эры человечества. 12 апреля стал праздником, днем космонавтики. Вы видите книгу «Мой брат Юрий», журнал «Биография», фотографии, «Созвездие Гагарина» и другие песни Александра Пахотой, посвященные первому космонавту. Юрий Гагарин является почетным гражданином города Тюмени. Пройден огромный путь после первого полета. Сегодня намечены новые сложные космические программы по изучению космоса. На орбитальных станциях теперь постоянно работают международные экипажи. На орбиту, на работу. Так называется нотный сборник песен о героях-космонавтах. И до сих пор остается мечта, что на Марсе будут яблони цвести.